Добро пожаловать на программу «Рассвет пробуждения». Я ее ведущий Гермес Фалькао-младший. Не пропустите сегодняшнюю программу. Она будет уникальной. Я покажу вам свидетельство бывшего сатаниста из Бразилии. Он считал себя могущественным, черным магом и колдуном. Он накладывал различные заклинания на людей, даже на свою мать. Он пытался послать демонов, чтобы они убили его мать. Но Иисус нашел его прямо там, где он был, и освободил его от этого образа жизни. Сейчас он пастор и епископ. Он координирует множество церквей и заботится о людях. А еще он возглавляет служение в Бразилии и ведет свой YouTube-канал, который достигает тысячи людей. Его свидетельство — это невероятный источник ободрения для каждого, у кого есть искушение отойти от Христа. Итак, если у вас есть родственник, который отошел от Господа, обязательно послушайте это свидетельство, потому что оно станет невероятным ободрением для вашей веры. Давайте прямо сейчас посмотрим это свидетельство. Я услышал его, когда брал интервью у епископа Уильямса. Давайте смотреть. Добро пожаловать, пастор. Благодать и мира вам. И рад вас видеть. Мы немножко запутались в языках. Вы находитесь в Сан-Паулу, верно? Да, в Сан-Паулу, в самом центре столицы. Огромный город. Я был там несколько раз. Слава Богу за это. Как там у вас дела с ковид? Ситуация сложная. Церкви уже открылись, но люди... Они немного разбрелись, потому что они долгое время не посещали церковь и немного отвыкли. Да, я понимаю. Да, я понимаю, но если я правильно понял, заболевших уже значительно меньше. Это так? Aqui em São Paulo não diminuiu não, né? Infelizmente o governo está maquiando pouco, mas não diminuiu porque eu moro numa comunidade. Но здесь, в Сан-Паулу, больных не стало меньше. Правительство пытается как-то повлиять на эту ситуацию, но, насколько я вижу, ничего не изменилось. Ясно. Вы не могли немного рассказать о себе? Некоторые люди видят вас в первый раз, а кто-то пишет: «Привет, епископ». Возможно, они вас знают. Расскажите немного о себе и о своем прошлом. Вы родились в Сан-Паулу? Sim, eu nasci em São Paulo, né? Essa é a minha origem aqui em São Paulo. A minha família toda, desde o ventre da minha mãe, que eu nasci no Espiritismo, na magia negra. Я родился в Сан-Паулу. Это моя родина. Но еще в утробе матери я был вовлечен в спиритизм, потому что этим занималась вся моя семья. A minha vida Desde bebê, tanto que tem uma marca na minha perna que um demônio marcou a minha vida, falando que eu era filho dele. И с младенчества у меня была специальная отметина на стопе, которая означала, что я принадлежу сатане. He's a liar. Сатана — лжец. Ele é mentiroso, ele é muito mentiroso. É verdade. It's true. Правда. Eu sei que eu nasci no dentro da magia, minha família toda, nós chamamos de clã, família do clã, né?
Então eu não conhecia Jesus, eu conhecia que o único Deus era Lúcifer. Я родился в семье, которая была полностью посвящена черной магии. Мы называли свою семью кланом. Мы клан. И с детства я рос в этой атмосфере. Единственным богом для моей семьи был Люцифер. Então eu servia a Satanás por muitos anos, tanto que o meu corpo são todos marcados com cortes, porque eu dava sangue para o adversário. And the only god for my family was Lucifer. Единственным богом для моей семьи был Люцифер, как я уже сказал. Только мы его считали богом. Духовная сфера вполне реальна, но люди не верят в это. Она реальна. На моем теле есть несколько отметин, потому что когда-то я отдавал свою кровь тем существам. Они резали мое тело, чтобы получать кровь. Это ужасно. Я знаю, что некоторые люди не верят в то, что это по-настоящему. Но эти демоны ужасны, потому что они требуют жертв. Они хотят, чтобы вы пожертвовали собой ради них. Но красота Евангелия в том, что Иисус пожертвовал собой ради нас. Расскажите немного о своих родителях. Мой отец был чернокнижником. А моя мама просто сопровождала его повсюду. Но главой нашего клана была моя тетя. Она уже умерла. Мой отец подключил меня к этому делу, потому что по ночам у меня было много снов и видений. Некоторые люди думают, что дьявол приходит с рогами и хвостом, но это очень далеко от правды. И мой отец пригласил меня присоединиться к моей семье. Наша фамилия Сантана. Он пригласил меня на семейное собрание. Когда я пришел туда, сатана проявился и заявил, что я его сын. И я получил Аришу. Это существо особого уровня. Абалуаэ. Абалуаэ, ele é orixá de manhã. E meia-noite é o Mulu. Então eu tinha duas características. Só que para mim ainda era muito fraco. Eu fui me aprofundando na magia, querendo mais poder. Это существо в один момент было одним, а потом могло изменить свой вид. Я присоединился к этому и стал развивать свои навыки черной магии. Knowledge of black magic. And the devil makes you think that you're becoming really powerful. И дьявол внушил вам, что вы стали очень могущественными. Хотя на самом деле это была ужасная ложь. На самом деле вы были истязаемы и были в плену у сатаны. Потому что в царстве тьмы нет никакой свободы. Расскажите о своем подростковом возрасте и когда вы закончили заниматься этим. Я
falando um pouquinho do testemunho, que o meu testemunho é muito grande. Quando eu saí da magia negra, eu tentei o suicídio, né? Bem, o próprio demônio. Bem, a verdade é que в возрасте от 25 до 30 лет я пытался оставить черную магию. Но демоны не оставляли меня в покое, и я даже пытался покончить с собой. Христиане даже боялись общаться со мной из-за всех тех демонов, что были во мне. Они меня боялись, потому что я мог покинуть свое тело и переходить в состояние астральной проекции. Это было ужасно. Incrível que pareça, eu era muito dedicado a Lúcifer. Но я был настолько посвящен Люциферу, что отдавал ему лучшее, что у меня было. Я был посвящен ему полностью. Как христианство пришло в наш дом? Через мою маму. Она первой приняла Иисуса. И затем я попытался убить маму, потому что дьявол велел мне сделать это. Она якобы предала нашу семью. А как она услышала Евангелие? Она услышала Евангелие от сестры по имени Санта, что означает «святая». И она всегда молилась за нашу семью. Это прекрасно, потому что это доказывает, что не стоит переставать молиться за людей. Ваша семья была сильно вовлечена в черную магию, спиритизм и другие темные практики. Но та женщина молилась за вас и рассказывала Евангелие, а Евангелие имеет силу. Оно способно освободить людей от любого рабства. Итак, ваша мама приняла спасение. Она сразу же после этого рассказала вам об Евангелии? Нет, я не общался с мамой. Демоны даже запрещали мне еду, приготовленную ей, потому что она предала нашу семью. Она якобы приняла человека в белом. Так демоны называют Иисуса. Да, в черной магии и во всех ее видах демоны никогда не называют его Сыном Божьим, Иисусом или Иешуа. Они называют его Человек в белом. Я пытался наложить несколько заклятий, чтобы уничтожить мою мать. Но когда я пришел к ней, то увидел, как она поклоняется Богу. Это было весьма удивительно, потому что я и до этого накладывал на людей заклятия, и некоторые из них даже умирали. А в случае с моей мамой, она продолжала поклоняться Богу. Аллилуйя, это очень сильно. Eu estou cortando aqui o testemunho, que é muito longo. Existe, eu fui envolvido com satanismo, com bruxo, pessoas que
Я общался с людьми, которые глубоко увязли в сатанизме. Это были чернокнижники, довольно сильные чернокнижники. С некоторыми из них даже мне было страшно разговаривать. Но я был в ярости из-за веры моей мамы. So what happened when you understood that your mom could not be affected by your black magic? И что было с вами, когда вы поняли, что на маму не влияет ваша черная магия? Черная магия практикуется в полночь. В полночь открываются врата ада. А есть специальные проводники, которые неодержимы демонами, но при этом они могут быть в сознании, общаться с демонами круглосуточно. И через них я спрашивал у дьявола. Я спрашивал, что происходит. Я думал, что у меня есть сила, но я делаю против мамы все, что умею, а она продолжает поклоняться своему Богу. Тот демон посмотрел на меня и сказал: «Хочешь знать правду?» «Конечно, я хочу знать правду, я же твой сын». И он сказал мне: «Есть человек, который сильнее нашего царя Люцифера». Аллилуйя! Даже демоны это знают. Я испугался. Nós aprendemos que Lúcifer, nosso Deus, é impossível existir homem mais poderoso do que Lúcifer. Это невозможно. Мне же всю жизнь говорили, что Люцифер самый могущественный. Только он, Бог. Нет никого сильнее него, потому что это невозможно. Аминь. Я сказал: «Как такое возможно? Кто этот человек?» Ele falou assim: esse homem se chama o homem de branco. O homem de branco, ele está acima de todas as coisas, de todo o universo, de todos os astros. Кто этот человек? Он ответил: этот человек в белом. Он выше всего, выше неба и земли, выше вселенной, выше всех творений. Хоть раз демон сказал правду. Então, desta vez o diabo falou a verdade. И я захотел узнать этого человека. У меня даже началась депрессия. Минутку, конечно же. Демон не рассказал вам, как прийти к этому человеку. Нет, он был так зол на меня, что закричал: «Заткнись! Я уже и так рассказал тебе слишком много». В то время верующие боялись говорить со мной, поэтому меня евангелизировал демон. Incrível que pareça, esse demônio, tipo, ele me mostrou quem era o homem acima de Lúcifer, que era Deus. Это невероятно, но тот демон показал мне, что есть тот, кто выше Люцифера, и это Бог. Praise the Lord. Hallelujah. That's so awesome. Слава Богу. Аллилуйя. Because you know everything in the world. Porque tudo neste mundo, no natural, это так замечательно, потому что все в этом мире, физическое и духовное, склоняется перед именем Иисуса.
Библия говорит, что его имя выше всех имен. И однажды каждый язык признает, и каждое колено склонится перед ним. Каждый язык будет исповедовать, что Иисус — Господь. Когда Иисус изгонял демонов из человека в Гадарине, то демоны узнали Иисуса и сказали, «Почему ты пришел мучить нас раньше времени?» Они знали, какую власть имеет имя Иисуса. И ваше свидетельство подтверждает эту истину. Во-первых, на вашу маму ничего не могло повлиять. Библия говорит, никакое оружие, сделанное против вас, не будет успешно. Во-вторых, сами демоны рассказали вам, что есть кто-то более могущественный и более сильный. И это Иисус Христос. У нас осталось не так много времени, но, думаю, всем было бы интересно узнать, как вы пришли к Христу. Вы услышали о человеке в белом, но как вы поняли, что это был Иисус? Мы можем говорить об этом до ночи. У меня началась депрессия, и я хотел узнать, кто этот человек в белом. Я не хотел оставлять черную магию, потому что я обладал астральной проекцией. Это было невероятно. Mas através da minha mãe, que era uma carta viva do evangelho. Но благодаря моей маме, которая была живым письмом Евангелия, я захотел узнать этого Иисуса. Eu tive um sonho. And I had a dream. И мне приснился сон. Eu estava nos céus com a multidão de pessoas com as mãos dadas. В том сне я был на небе со множеством людей, которые держались за руки. Напоминаю вам, что я не был христианином. Я все еще занимался черной магией. Люди поклонялись там, и я увидел дверь, огромную дверь, сделанную из золота. Но я видел не очень четко, потому что там был очень яркий свет. Слава Богу! Вот какой наш Иисус. Он спасает и освобождает от любого рабства. Если вы обратитесь к Нему сегодня, то Он может освободить вас, исцелить вашу болезнь. Он может достать вас из ямы и поставить вас на твердое, стабильное основание, на стойкую скалу. На Иисуса Христа я верю, что сегодня Иисус прикоснется к вашей жизни и к вашей семье. Вы слышали свидетельство, что Он сделал с епископом Уильямсом. Я верю, что Иисус может прийти в нашу ситуацию и изменить жизнь. Где бы вы ни были сейчас, поднимите руки к небу и сосредоточьтесь на Иисусе. Я буду молиться о том, чтобы Бог коснулся вашей жизни. И чтобы вас не мучило, эмоциональные проблемы или какие-то проблемы в разуме, возможно, враг атакует ваши финансы или ваше тело, вашу семью или ваши взаимоотношения. В чем бы ни была проблема, вы должны понять, что Иисус больше нее. Давайте прямо сейчас помолимся, поднимите руки и скажите, «Отец Небесный, во имя Иисуса, прикоснись к моим друзьям, которые смотрят нас сейчас. Пусть сила Духа Святого придет прямо туда, где они сейчас находятся, и освободит их от всякого рабства.
Отец, какие бы у них ни были проблемы, я молюсь, чтобы сила Твоего Духа освободила их. Разрушь все цепи во имя Иисуса. Отец, я проклинаю все демонические атаки на людей Божьих. Я провозглашаю все слова врага проклятыми. Никакое оружие, сделанное против них, не будет успешно. Останется только Твое слово во имя Иисуса Христа. Я выступаю против всех демонических сил и духов, и я связываю их во имя Иисуса. Я провозглашаю свободу Божьих людей через Дух Святой. Во имя Иисуса будьте исцелены, будьте свободны и будьте исполнены Святого Духа прямо сейчас. Аминь. Пусть Бог благословит вас. Не забывайте следить за нами в социальных сетях. Присылайте нам свои молитвенные просьбы и свидетельства. Мы будем рады вашим письмам. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и увидимся в следующей программе. Здравствуйте, друзья! Надеюсь, эта программа является благословением для вас и вашей семьи. Если вы были благословлены ей, или пережили какое-то чудо, или услышали учение, которое укрепило вашу веру, то я рекомендую вам посеять финансовое семя. Именно благодаря таким же людям, как вы, которые любят это служение, эта программа остается в эфире. У вас есть возможность сделать свой вклад и стать нашим партнером. Позвоните в колл-центр ТБН и сообщите им, что вы хотите поддержать ее своими финансами. Так вы сможете взяться за руки с нами и с каналом ТБН, и мы вместе будем нести Евангелие. Поэтому сделайте это сегодня. Позвоните в колл-центр и сделайте пожертвование. Пусть Бог благословит вас. Божьих вам благословений. Мы любим вас. We'll be right back.